Так, друзья, значит, разобрал я этот приемник Нейва 304. А здесь, в принципе, довольно неплохо. Никто, по крайней мере, не лазил, уже радует. Буду сейчас что делать? А, взял вот конденсаторов новых. Будем менять. Заменим, потому что явно они подсохли. Может, еще покажу результаты измерений. Кстати, здесь есть, на удивление, 90-го года приемник. Иностранные транзисторы какие-то. F450. Вот. Вот такая вот конструкция. Магнитная антенна. В общем, сейчас заменю и покажу, какой будет результат. Так, заменил я конденсаторы. Сейчас покажу на ESR метре, во что они превратились по емкости. Через сколько там, лет 20 прошло. Вот, посмотрим сейчас, какая у них емкость. Момент. Так, 47 микрофарад запустил я. Показало 52. Ну, как ни странно, хотя конденсатор из отряда говняных. Ладно. 30 микрофарад, сейчас посмотрим, что там будет. Так, 30 микрофарад. 26 пикофарад. Пикофарад. Еще раз. Двадцать семь пикофарад. Бред какой-то. Еще раз. 30 микрофарад, он его не видит в топку. Дальше 100 микрофарад, 16 вольт. 100 микрофарад, 16 вольт. Смотрим. Ну, тут нормально, 91, ну, еще более-менее. Так, вот у нас 6,3 вольта, 30 микрофарад тоже. Смотрим на него. Так. Я так понимаю, 57 показало. Хотя было 30. Вот. Так, вот 100 микрофарад. Соточку ставим. Сто десять. Ну, на удивление, не все убиты. Вот у нас 16 вольт, 5 микрофарад. То есть не все так плохо было. Я прям удивлен. Некоторые совсем убитые. Так, да, 6 микрофарад. Правда, ESR 11 ом. Так, вот у нас 100 микрофарад. То есть какие-то подсохли, а какие-то не подсохли. 104. Ну, как видим, хорошо. Сейчас я его соберу, вытащу и продемонстрирую его работу в обновленном виде. Так, друзья, ну что, проверим, как работает. Magyar tornát érem szom, pályán a Szeged a kézilabda
Лева. Это песа «Подаст на пой», «Алмазунде спотесния луи». Оркестр народной и популярной музыки Украинского радио. Диригент Святослав Литвиненко. Четыре украинские народные песни. Стили и алформатии Букрештене. Ведь если бы Рау Гусешку, Виндя Потрас. Для чудесу, то первое по времени на жертву черника. Prima locul 394 mondi. Și să zicem metri, minut, până de cealaltă parte. A lui Mihai Blaș, a dexit de adăl în spre plasa portii formației. Campionatul Poloniei, finalist al Cupei Poloniei, finalist al Cupei Estoniei. Fișeam. Și după Mohalo, apro precute pule. Так, вот сейчас длинные волны. Так, ну считаю, модернизацию, вернее, оживить я его оживил. Вот, так что отправится он в музей. Всем спасибо, кому понравился этот ролик, понравился, не понравился. Ставьте дизлайки и всего доброго, друзья. 7-3, до свидания.